В Казларде спортивном комплексе «Евразия» прошел третий открытый турнир памяти Тимура Кожаниязова. Тимур Кожаниязов посвятил свою жизнь развитию газовой отрасли региона. Прошел путь от простого инженера до руководителя управления магистральных газопроводов. Воспитал немало достойных учеников. На митинге памяти было сказано много добрых слов о коллеге, друге, брате. Наш земляк Тимур Кожаниязов внес весомый вклад в социально-экономическое развитие области. После окончания московского вуза по нефтегазовой специальности он вернулся домой и трудился во благо родного края. Был профессионалом своего дела. Своими принципами подходил к делу, человеческими качествами был примером. Прошло 3 года, как не стало с нами Тимура Салаватовича, но все его коллеги, мы ветераны газовой отрасли, его помним, ценим как человека, человека большой души. От имени семьи Кожаниязовых выражаю благодарность организаторам и участникам соревнований. Желаю всем командам удачи. Пусть победит сильнейший. В этом году за кубок турнира боролись 8 команд из числа сотрудников нефтегазовой отрасли и госслужащих. По итогам соревнований первое место завоевала команда «Кастрансгаз», второе – областного акимата. Замкнули тройку сильнейших спортсмены «Казаэронавигации». Тимур Ага был хорошим специалистом, для многих из нас стал наставником. Ответственно было защищать честь команды на турнире, память о таком человеке. Думаю, что мы справились. Мы впервые принимали участие. Был очень захватывающий турнир. Спасибо организаторам и соперникам за интересную игру. Победители и призеры, а также лучшие игроки были награждены дипломами и денежными призами. Алина Параджан, Алмат Миндыбаев, Досхан Сатпай, телеканал Кызылорда.